В рамках акции «Зеленая Щелково» было решено облагородить нашу любимую парковую улицу. Помочь сделать одну из главных улиц города еще краше вышли, предварительно вооружившись перчатками и лопатами, жители со всего города, от мала до велика. Сегодня с родителями пришли сажать яблони, озеленять Щелково, свое любимое. Вот, очень хорошая акция, нам очень понравилось, очень приятно было участвовать, побольше бы таких акций. И, конечно, хотелось бы, чтобы больше жителей приходило, это очень приятно смотреть. И все-таки на благо города. Очень, конечно, приятно, что сегодня опять приняли в этой акции участие горожане. Точно так же, как и своими усилиями они помогли оздоровить и озеленить Молодежную набережную. Поэтому я им всем благодарен и уверен, что в акциях, которые будут еще проходить, они будут принимать активное участие, тем самым принимая участие в оздоровлении экологической ситуации городского округа и заботясь о его зеленом и светлом будущем. Стоит отметить, что в рамках экологической акции уже были высажены деревья на Молодежной набережной в Щелкове. Для парковой улицы также подготовили кустарники сирени, бересклета, яблони, рябины и спиреи. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».